привет, дорогие зрители наших каналов. С вами Бэтмен, и в этом еще и Джек Шепард здесь, и Артур здесь. Поздоровайтесь сразу, ребят. Бэтмен? Ну ладно. Привет. На самом деле, я, вы, конечно, меня узнали, я Гонзагло, и мы продолжаем играть в наш Дейс. Сейчас у нас попал. Гонзагло. Да. Мы хотим зайти в Черногорск и в факторку там лутануть. Ребята сейчас пойдут, а я останусь на машине, так что давайте, господа. Удачи вам, цель пропеллер. Все, ага, послал нас на пушечное мясо. Ты что там, ну, взял Джек Шепард свое? Ну, если кто-то хочет остаться, то я пойду. Нет. Я место освобождаю, чтобы налутать всякого красивого. Молодца. Ну, я думаю, пакет крови и морфин лучше оставить. Ну, оставь. При себе. Так, все, пойдем, куда идем? В Черногорск. Нормально-то так. Я думал, ты меня поведешь. Я в Черногорске вот не был ни разу на факторке. Вот-вот, я вам показываю ориентир. Сюда идите прямо, там будет стройка, вот там, через гору. Все, я в кусты, жду вас. Давай, окей. В кустики. Так, ну что, через полянку это, конечно, около Черногорска не особо так. Впечатлительно и возбуждает тебя перспектива. Ну ладно, что ж поделать. Опять я первым бегу. Я не хочу первым бежать. Давай, Джек Шепард, вперед. У тебя пулемет. Ну и чё? Я ж прикрытие всё-таки. Ты хочешь бежать первым? Нет, я не хочу бежать первым. Ты хочешь бежать первым? Ты об этом ещё не знаешь, но ты хочешь. Давай. Блин, я думал, тут ещё грузовик стоит. Просто не поверил своим глазам. А у меня какие-то чёрные эти. Там кого-то режут на улице. Всем приятного аппетита. Скример, это скример к серии. Здесь такой гул. Да. Так, Джек Шепард, ломимся. Я туда бегу тогда. Примерно. Потому что я, честно говоря, в Черно никогда не идти. Я там рядом с больничкой, знаю, есть гараж, в котором колеса. Да сейчас найдем, успокойся, все нормально. Там стройка должна. Хотя нет, да, я помню, все стройка. Четырехэтажная. Так, подожди, не убегай. Не убегай, мне попить нужно. Давай. Не знаю, помните ли вы или нет. Пропеллер, господа, это все. Наше все. Так, всю стройку я тоже вижу, сейчас пойдем. Рывком, Джек Шепард, или перебежками? Как думаешь? Да нет, перебежками, я думаю. Ты попил? Да. Перебежка наполнилась. Ну ты если так пойдешь, то у тебя там просто не будет укрытий. Я вижу, но я к дереву хотел присесть. Игу и Егорку справа смотреть. Егорку? Какой Егорка? Егорка. Егорку справа смотреть. Всем Егоркам, смотрящим это видео, привет от Джека Шепарда. Да, всем привет, ребят. Вы его провоцируете. Я рад, что вы Егорки. Он хочет посмотреть на вас справа. О, вот это лаги. Не смотри на электро. Не приближай. Тут нет электро. О, лаги. Ой, кто? О, господи, это кто-то. Маньяк топором орудует, походу. В Черногорске кто-то убивает людей. Женщин. Мальчик со свистком слева. Так, ладно, давай по-быстрому забегаем внутрь, а там уже пошутим. Что-то мне тут неспокойно. Нет, давай пешком заходи туда. Справа? Нет, это знак стоит. Да кого там режут, ёлки-пак? Слышишь, Артур? Это не мальчик со свистком хотя бы. Нет, ты знаешь, мальчик, по-моему, мальчик со свистком еще норм. Нет, это мальчик со свистком. Кто тут костер ожег? Тихо-тихо-тихо-тихо. Бочка, не костер, а бочка. А, бочка, ну ладно. Так, Джек Шепард, не пропадай с поля зрения, чтобы тебя не перепутал. Давай. Вместе держимся. Два топора лежит. Это знак. Ага, что тут два топора. Отлично. Сейчас шустрело такой. Я не могу крыть машину, я должен. Зов крови меня зовет. Зов крови зовет, скажу так. Ооо, так. Ну что, на горск не смотрим в приближении. Я тебе говорю. Ооо, клево. Я тебя поддержал. Всегда. Да, о, станок, отлично, то, что не нужно. Блин, лучше бы, конечно, мейн ротор все-таки, да? Ассембли. Ну, да, стекло, еще стекло. Да, не делается, что здесь вообще ничего нет. Опять, по-моему, еще стекло. Вот здесь обычно ротор лежит, а тут нет его. Отлично. Давай между лестницами, типа. Продажи стекло. Разделяться не надо нам с тобой, Джек Шепард. Тут опасно. Давай. Сейчас кто-нибудь прибежит, у нас сколько раз уже было. Смотрите, это за мной, здесь, по-моему, никого нет, и нету того, чем мы ищем. Это печально. Так эта факторка еще более пустая, чем предыдущая. Да. Там хотя бы я внизу нашел эти канистры. На крыше, я не думаю, что мы что-то найдем? На крыше ничего никогда нету, да. Пойдем в туалет и проверим, и
и к машине, у меня есть идея. Блин, да я не должен был стоять, если там люди нет, потому что тупо... Блин, да, не смотри туда. Так, донизу. И пойдем к этим. Туалет. Подожди, я что-то слышу или мне показалось? Я ничего не слышу. Мне бы хоть какую-то винтовку. О, блин, зомбятина зашла. Я думал, кто тут такой. У тебя пистолет есть какой-нибудь? Есть. Тебе обязательно смотри, его убивать? Дымит, да? Да, дымит. Но хорошо. Он к нам идет. Ну все, теперь придется убить. Я его сниму сейчас. Давай. Придется пошуметь. Прости, но было весело. Так, что у нас тут? Тут у нас в одном отделе ничего, во втором ничего. Скрап-метал. Я его не беру, пожалуй. Не нужен. Потом проволока. Говно одно. Простите за выражение. Ну все, тогда возвращайтесь к машине. Че там у тебя джигшепер? Ну вот я. А, пойдем. Ты меня ждал. Там ничего нету. Но я осмотрелся еще вокруг. Если вы думаете, что серак пустой, он не пустой. Отнюдь. Отнюдь не пустой. Поэтому мы осторожничаем. Да, вот так вот мы осторожничаем. Я в Черно приехали, слышно, в грузовике. Угу. Я сейчас по полю бегу напрямую к тебе. Тоже очень осторожно. Есть у меня сейчас план, что мы сделаем. Ну, посвятишь нас в него или как? Ну, если вы поймете. Сейчас поедем сюда, на этой же машине. Ты что, вообще охренел, что ли? Если вы поймете. Уже на первом предложении, да, Артур. По дороге в доке. И я вас высажу в самих доках, а сам поеду на дальний пирс, оставлю там машину и сам спрячусь за нее, если кто-то пойдет. В электро или в Черно? Вот в Черно. А потом точно то же самое проверим в электро. Ты думаешь, в доках что-то найти? Ну, там очень много гаражей, а в гаражах очень много роторов. Артур, повернись, чтобы бежать, потому что сзади зомби. Ну, я вижу, что он с тобой бежит. Я-то далеко от него. Изначально он был за тобой, но я подружился с ним. Ой, да ладно. Короче, ну ладно, давай так поступим. Где вы там? Ну, ладно, чем дальше. Сейчас мы почти пусть добежали снова. Уже. Сейчас по полянке добегаем, мы в лес-то убегаем. Заводи машину там за Джеком Шепардом погони. Понял. Или ты отстрелишь его? Нет, я не хочу отстрелять. Один зомби, елки-палки. Ну ладно. Так, ты все там же без изменений стоишь. Мы тебя найдем. Да. Никуда не отгонял, не перегонял. Слышите? Ну. Да. Вижу вас обоих. А третий это ваш кореш, типа, за вами. Угу. Да. Я его по дороге из электро такой шустрил, уже уезжает бибика, да. И кричит. Остановись-то! Бейби. Классно подколол Шепарда только что. Я сидю. Я сел. Теперь я ты думал, у нас Артур сел в кабину, поэтому я решил отбежать сзади. Да, вот вообще-то. Артур должен был садиться назад по плану, а ты в кабину. Да нормально, все, не волнуйся. Кто первый побежал, тот и сел, куда садится. Вон, видите, вот тот пирс впереди дальний. Ну. Я вот на него сейчас тачку отгоню, а вас высадю тут, посажу. Высадю. Высади. Ну, высади нас. Но не здесь. Мы хотим, чтобы ты высадился. Полностью высадился. Короче, ты имеешь в виду факторку эту трехэтажную там, да? Или тут, подожди, нет? Тут больше нет факторок. Вам сейчас надо будет просто тут гаражи обшмонать впереди. Все, удачи вам, господа. Так, ну сейчас налево или направо ты имеешь в виду? Подожди, я не вышел. Выходи, да. Вдоль все, доков пошел. Идите так вперед и там обшмонайте все, что найдете. Там потом что есть. Это здание трехэтажное тоже. Из-за этой фигни нифига не вижу. Твою-то матерь. А что там? В пол, короче. Что там за фигня? Снимите, если она мешает. Нет. Снимите. Нет, так там обычно стоят противотанковые ежи, и если стоит ёж, то отлагает. Ты совсем не про то. Так, сюда мы не войдём же. К каналию какой-то жестоко. Давай. Мы не войдём сюда. Ну, сюда-то мы вошли, ладно, по-моему. Так. Капец какой-то. Как в это играть? Да, если сейчас кто-нибудь появится, это будет печально. За мной вон мост. Ой, зачем я?
Ну да. Мне сейчас в это здание надо будет забежать и перевязаться. Не хочу еще ничего это нагнетать, но если кого-то увидите, не пытайтесь выйти в контакт. Я не увижу никого. Я вижу только серо-буро-малиновые полосы. Ты здание хотя бы видишь, в которое бежишь? Я уже забежал, да. Приготовься пошуметь, я сейчас просто... мне нужно... Или не шуметь, в принципе, я просто перевяжусь. Я персонанс взял. Я в последнее время почему-то машинально кнопка Z нажимается. К чему бы это вообще? Лечь, так что я лег, ну, и в результате здесь есть канистра одна. Бери. И, возможно, я возьму, да, она сейчас посмотрю. Ой, да господи, что за лаги-то? А и все, и больше тут ни хрена нет. Ну как, он ножик есть. У меня тоже галики. Вау. Так, все, я взял джерикен. А я возвращаюсь к машине. Эти баги, конечно, бажатся по страшному черному. Ой, блин. Жесть. Так, так, чё, куда? Будем тут сидеть или в гаражике маленький собираем? Гаражики маленькие, гаражики. Надо все. Я посмотреть. В правую сторону вообще смотреть не могу. Это что такое? Это мусорка, господи. Так, я стреляю. Who's shooting in Cherno? Nobody, friendly. Some guy. Just some guy. Этот патронов еще это привезли, это жесть какая-то. Это что, хрень не открывается? Ну супер. Да, даже у меня лагает, когда я смотрю на черную. Да у нас вообще кошмар, в ту сторону посмотришь, о-о-о, и начинается. О-о-о. Дискотека 80-х. Physical. Physical. Блин, что мне так везет сегодня на эту фигню, а? Вот я этих штук сегодня не поверишь. О, я уже две тоже ходил, да. Все, не смотрим на электро, фу, на черно. Ты за забором смотрел там на эти гаражики? Да. Ну, на один только, вот который вон там вдали, и он закрыт. Как девчонки говорили в своем прохождении, невходябельный дом. Невходябельный? Невходябельный. Ок. Погнали. Так, ну чё, и тут у нас... Ты вот тут был, да, Джек Шепард? Да-да-да. И тут нас фиаско, короче говоря, ждало. Побежали к Шустриле, сейчас у нас где-нибудь там подберет. Все, а да, смотри, справа, вы все проверили? Еще же да. Один двухэтажный есть. Где? Ну, вон, в доках. Давайте и... в электро кто-нибудь из вас останется, машину истеречь, я потом побегу, поищу, хорошо? Давай. Я еду за вами, если что. Да мы заметили. Вон, ты едешь, да. А, ты там облутал, да? Угу. И мы бежим. Бежим. Капец, где весь народ? Я уже думал, по нам стрелять кто-нибудь будет. Тут ты смотрел, Джек Шепард? Нет. Про это не говорю. Сейчас представляю, открываем, и он лежит. Ага, офигенно, тут много чего лежит. Блестит и манит нас. О, манит нас. Манит. Может это, поезд угоним? Ну, Джек Шепард. Мотивчик. Так, ты остановился, ой, не будешь надо. Ты полагаешь, потому что я вообще не понимаю, ты едешь или стоишь, или что. Я над задним ходом разворачиваю. Опять дождик где? Пошел. А вот он. Садитесь. Тихо. Не двигайся. Все, я внутри. Так, тихо-тихо, я не внутри. Я у меня скачет все время этот. Все, я сел. Ой, тут какая-то железка стрёмная. Сейчас да, я такой железки ломал. И этот. Сортушечка и все. И мы выиграем. Ох, как пропушка зацепилась. Ой, главная дорога. Нет, больше главной дороги. Ладно, ладно. Ты что, в электро хочешь сам поискать? Где ты там будешь искать? Есть там место. Какое? Секретное. Секретное. Тогда я осталась. Всей стране покажет. Доки. Что там в доках там? Не знаю. Не знаю. Это уже просто от безнадёги туда едешь. Нифига да, там не найдем. Да и завод там есть. Вот давай. Давай на мороженое. Че на мороженое? На мороженое давай, что найду там сейчас ротор. А, на мороженое? Говно вопрос. Давай. Все забились. Я люблю замороженный сок. Ну ты, блин.
Какой у тебя вкус отвратительный. Вот в Москве, помню. Ты в Дракон-Сити, мороженое, лед. Когда я был в этом, скажи мне, в Москве, там была морожка, называется Светофор. О, господи, это было настолько шикарно. Не знаю, я пломбир обычно люблю. Я, наверное, какой-то испорченный. У меня там 3 килограмма в морозилке лежит. Мне тоже. Даже мне больше стаканчиков нравится. Стаканчики для мальчиков. Ну чё они все... Зайца задавил. Зайцу еще один суицидник. Представляю, задний зайц колесом размотать. Больше уже все, не погоди. Ла-ла-ла-ла-ла. Идеальная идея для какого-нибудь еще ответвления. То есть представляешь, ты заходишь на сервер, там есть там 100 зверей, которые пытаются убить как-нибудь разным способом. Должен способ как можно больше. Ой, я вчера, кстати, играл в этот. Горисму. Ой, ой-ой-ой. Он мертв? Загрузите его, машину, я потом издеваюсь над телом, товарищ. Жив, нет? А, да мертв он. Машину нельзя положить? И у него... Как ты его загрузишь-то? Не знаю. Пустой койот, которого ничего нет. Ну, это, по-моему, этот... Стади Бади, это был Мастер Катана. Мастер Катана. На сервере он еще? Да. Мастер Катана. Ну, наверное, я думаю... А, сейчас же просто так ведь нельзя, аж кнопку респауна. Не, нету Мастера Катана. Садись, поехали. Поехали. Ну, ой, да. Смотри, а вон хозяин дома бежит, говорит, не трогайте моего пацана. Он просто пьяный. Не знаю, Артур знает или нет, теперь кнопка респаун просто так не нажать. Вот я именно что не знаю, хотел спросить. Нога сломана. У меня просто когда этот была, оно все стоит. А я все еще хочу умереть. Прикончу, я сделаю это быстро. Нет. Оставайся мучиться. Ты слабак. То есть я один раз хотел в опцию зайти, у меня был неплохой такой лут, там вот этот бэкпэк самый лучший. Винтовка М4. Да, я нажал вместо опции респаун и умер. А я был в лесу. Не видишь, было печально. Не нажимаешь. Это печально. Я представляю, видел целокуры, ты перед монитором. Да? Ну, видел эти комиксы класс, там. Такие. На самом деле, пофигу. Чувака видео тогда, он песню по Скайрим топил. Так быстро, новый трейлер вышел, и после трейлера такое лицо. Так, тут будем смотреть, нет? А, ты хочешь найти? Смотреть везде. Я хочу найти ротор. Ты не найдешь этот ротор? Я вчера нашел здесь ротор. А кто вышел? Тут, блин, Джек? Это я вышел. Тут. Какова вероятность того, что здесь найдешь ротор? Один на миллион, наверное. Что, сейчас вот. Ротор падает такой с неба. Всем ветрам на зло, я найду ротор именно. Помню, да, так, здесь вода, да. Здесь есть зомби, здесь есть... Ну давай быстрее, я не хочу как стоять, когда все пекают. Сейчас баллистическая ракета такая. Ладно, я еще в кабине, Артур там веселее всех. Да, мне нормально. Если что, сразу меня первым делом будет. Мне норм. А мне норм, да, Артур всегда норм. Дождик идет. У него есть пулемет, и он счастлив, мне кажется. Сейчас вот он за многие месяцы игры, он счастлив по-настоящему. Эти гаражи мы уже лутали, я помню. Да. Было дело. Мне бы еще велосипед и все, я был полностью счастлив. А почему здесь нет такой возможности велик поставить вот рядом с тобой, где ты сидишь? Просто веревочки там привязать к этой. Это же арма, сынок. Да, это арма, сынок. А я не хочу, чтобы это была арма, сынок. Здесь люди ломают ноги просто со ступеньки наступив. Да. Ты тут говоришь такие вещи. Ну, не меня одного спрашивают, а будет ли наша команда в WarZ играть. Я попробую, честно. Нам надо. Попробовать как минимум, да. Специалисты. Начали так играть. Игра фигня, все, конец. Через 15 минут. Да. Ты что хочешь устроить, я не пойму. Что ты делаешь? Куролесины свои. Я не знаю, нужно вот здесь встать. Это типа незаметно или ты для... А вот так вот, смотри, знаешь, как делается? Это как ловля на маньяка, понял? И вот тут вот стоишь, и не палишься от третьего лица. И такой чик посмотрел налево, чик посмотрел направо. Видишь, чик бежит. И он оттуда с берега так, да? Откуда с берега? С какого с берега? Ну, вон оттуда, да. А, ну ладно, тогда пока поехали. Там чика, я побегу осматривать всякие вещи тут. Тебе лишь бы там, блин, этот... На приманку. Вон лучше в дворик загнал бы, а хрен бы кто увидел. Блин, опять, наверное, там мне в спину сейчас едете, пока я не смотрю назад. Тихо, да-да-да, мы тебе в спину едем. Вот, я там же. Стой. Так, у меня плюс 5 к скиллу, на меня кот залез. Вот. Он мне поможет. Теперь ты непобедим. You're undefeated now. Я хочу кого-нибудь убить. У меня есть баф. К
Кстати, поехали вот в эту вот факторку заедем, которая вон там направо. Там во дворик. И там наверняка что-нибудь найдем. А мы сейчас тут спрячем машину и все. Спрячем машину. И тут такое место, что хрен кто подойдет. То есть, если я заляг где-нибудь, там, блин, просто... Да, блин, да прицелься-то уже на эту сраную дверь. Что с дверью? Бокс всякая. Сломалась дверь. Ну, висит. Да, тут я вот... О, смотри, вон сейчас за стенку там встану. Ты сейчас... Да просто оставь тут... Не-не-не, смотри, вон он. Глаз. Внутри здесь просто, блин, пусто и совершенно нифига тут нету. И это меня вообще не радует. Ну-ка. Первый этаж пуст. Так, Артур, я пойду побегаю. Так как давай, я вас... Не, подожди, я попрошу тебя сделать одну вещь. Видишь, что тут цистерна? Канистры в машине. Третий этаж пуст. Я понял твой намек такой тонкий. Да, пожалуйста. Здесь вообще ничего. Извольте. Полный баг. Сколько там в баке? Ну, там литраж нормальный. Я думаю, канистры 3 тебе надо будет взять в руки. Загрузить 3, пойти заправить 3, загрузить 3, пойти заправить 3, положить их в, куда? В кузов. Понятно. Ах, точно. Так, это что, стрела бега, да? Да, там с топором наперевязь. Я с крыши вас крою тогда. А, вижу тебя. Так, ну, вот здесь подо мной вообще лута нет, но, по-моему, он тупо не резнулся, поэтому я полежу и потом буду спускаться, еще раз смотрюсь. У меня гаражи тоже пустые. Да. Так, шестой, второй, давай заходи. Тоже человек. Пустой. Супер. Ну, вон там вдалеке еще один есть. Я знаю, тут на кучу мест. Да-да-да. Ну, у нас все спокойно. В Багдаде все спокойно. Главное, чтобы все было хорошо в Багдаде. Когда в Багдаде все будет спокойно, то во всем мире будет спокойно. Тут даже на пожарке никого нет. Я нашел колесо, топор и стекло. Что можно из этого сделать? А, я не знаю. Я бы тебе сказал, но это не формат. Да. Ну, да. Ладно. Ну, это значит, что лут резнулся. Я возвращаюсь к гаражам. Резнулся, да? Ну, если я нашел всякую фигню. Машинка полная, отлично. Я пойду в крышу спущусь. Все, Артур, да, присоединяйся к нам. У нас тут весело. Да, подожди. О, вот еще гараж, точно. А чего, без меня не справиться? Не лень. Ну туда сиди, раз лень. На самом деле, тут ни хрена не резнулось. Да, ты прав. Что-то здесь нечисто. Отлично. Вот я, кстати, этого и ожидал, когда мы, вот, отвечаю, не было бы, не записывали бы мы сейчас серию, мы бы в первой факторке все нашли. Ну да. Собрали вертолет, уже летали. Я нашел тулбокс. Клево. Супер. А у меня он есть. Нет, нету. А теперь есть. Почему здесь лут не появляется? Вот он появляется, но очень-очень медленно. Как-то. Блин, хреново, это гора, вернее, это крыша. Я на ней залег, думал, тут будет какой-нибудь бортик. А здесь есть какой-нибудь снайпер, захочешь меня убить. Машину сныкали. Машину, и никто не найдет ее. И там Артур еще. Я не смотрел за вами. Ой, ты кто там бегает такой? Я скрап-метал. Трясается, лут, трясается, слышишь, Джек, потихоньку. Ну, блин, это мне все равно как-то печально. Так, ты в гаражик забегал. Да, и сейчас выйду еще один гаражик. Там ник пишется, если что. Угу. На этом все. Не, я просто ты уже забежал. Ну, она же до крыши. Ну, садись, там нормально все. Такие кругаля на язвы. А, вот, понятно. Ну, да. Жизнь говно. Что он делает? Что вы так и делаете? Паны зомби. Что вы такие делаете, мы должны такие ехать, а вы тут такие стрелять по зомби, это же так не знаю. Давайте заводите кто-нибудь. Я сижу на переднем сиденье, и мне хорошо. Ну давай, поверни ключик, отожми сцепление, поставь первую скорость. Или не наоборот. Ну понял. Пока, Артур, ты был хорошим другом, напарник. Угу. Беги, беги, беги вперед. А у тебя хорошая машина была. Все правильно, беги, 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 беги. Не, он... Это же Джек Шепард, он меня задавит сейчас к хрена. Я не еду. Ты так и не поехал? Да. Ты все думаешь, что я не хочу? Cannot fire.
Красный дом можно было бы зайти как-нибудь. Я там был только что. А, ладно, окей. Вот здесь где-то меня первый раз убили ночью. Кто-то. А, это кто-то ползет. Снайпер по толпе отрабатывал, когда я первые дни, первые часы играл. Нашли тут толпой народа, собрались. Угу, ночью. Ага. Потом зажгли файер на трубе. Да-да-да. Ну ты знаешь. Да, было дело. Это вообще как, совпало, какова да. вероятность, да, что, блин, нет такой вероятности. Что мы словимся. Крайне мала. То есть вообще незнакомые люди, и потом в итоге оказывается, что это собака, ты нас пострелял там. Потому что я тебя вообще не знал тогда. Зато я тебя знал. Короче. Это было главной мотивацией. Поубивали к хренам. Господи, это же Артур. И он на побережье, ночью с флайером, а у меня снайперская винтовка. Каким флайером? Флайером? Флайер — это маленько другое. Убить. Флайер, да. Убить. На обувь 50%. Убил. Убил. Народ просто начал падать. До сих пор в стиме хранится скриншот волшебный. Да. В рамочку. А может сюда кто-нибудь заскочит? Давай я заскочу. Я был тут. Я был когда тут, ты тут сервере, был? Когда бежал к Артуру. Тут ничего нет. Так это когда было? Ну, а там справа было. Да и где там, блин, лут лежал всякий, он никуда не исчез. Все, ребят, план Березина. План, блин. Пожжем да лежим. Режим. Операция. Операция цвет нации. Сколько у нас уже тупости всякой появилось. За эти серии. Я говорю, золотой фон цитатом пополнил, не знаю, как минимум на 5 фраз выражений. Ой, как жарко. Почему мы снимаем в тот день, когда не эпическая жара? У меня всю неделю 22 градуса было на улице. Да, у меня хорошо сейчас, я сижу, даже окно закрыто. Так, ребята, кто-нибудь возьмет у меня руль, потому что мне нужно пойти на врача от действенной воды для голоса. Ну давай, я возьму. Кто-нибудь возьмет руль и едет такой в шоу. Да успокойся, все нормально. Что стрелял, наконец голос начал возвращаться. А ты, блин, своим маньяком с топором сорвал его. Хрена. Я верю в твой проскил. А что-то проскил тут довольно просто все. Просто скилл. Окей. Я сейчас что перед носом что-нибудь. Камера тогда въехал буквально краешком. Ну да. Так, а вот тут мне придется, я думаю. Что мы делаем? Мы едем. Едем в дом. В гости. Афроамериканский, я надеюсь. Да, у нас все хорошо. В последних сериях называли эти дома черными, за что искренне извиняемся перед всем сообществом афроамериканцев. Перед всем сообществом афроамериканских домов. Да. Теперь я, когда прохожу по улице и вижу афроамериканский дом, он косо на меня смотрит. Да. С презрением. Да. Обожаю этот остров. Мне так понравилось на нем оставаться, робинзонить. Да. Такое место, где никого нет. Это просто невероятно. Мечта. Кроме зомби, да. Ну, зомби-то это уже как-то... Это их в первых сериях боялись, а сейчас просто как комары. Задний фон. И сколько раз мы уже поплатили за это? Ну. Ни разу. А, ни разу. Не, был дело. Бежал Артур, бежит. Крит! А, 2000 здоровья. Все сломано валяется при смерти. Джек! Было и такое. Они такие, да. Че шустил? Сейчас дождем, всю краску смоет с лица. Почему животные так бликуют? Она у меня несмываемая, понял, как дома краска. Это татуха, может, у тебя так? Нет, татуха — это слишком жестко. Че у тебя там, значит, значок-то? Спартак? Чемпион? Или что там? Где? У кого? У меня. На лице у тебя, да. Я не знаю, это вы футболисты? Да, Динамо. А я так, любитель. Ну ты, значит, за Динамо, да? По лицу ты ему скажешь. Я за себя. Гонзагло.
Не более. Гонзаглос! Гонзагло! Сейчас нас бьет гол! Гонзагло! Гонзагло болеет за Сантос бразильский. Новое открытие. Интересно, есть такой футболист Гонзагло? Надо будет погуглить. Гонзагло вряд ли. Ну, как бы это имею совершенство. Не видел таких профессионалов. Это имя усовершенствовалось имени Гонзало. Моя любимая деревенька. Вот на этом пирсе я лежал где-то час в первый день. Я зашел ночью, и я не понимал, что делать. И я лежал, я просто смотрел, как люди с пайерами пробегали, и там... Я говорю, осторожно, тут зомби в чатик писал. Старался. А потом я убил человека. И все пошло по накатанной. В том ролике, да? Ты стал бандитом, что с тобой? Я не могу так жить. Да. Зомби тут есть, кстати. Да, здесь где-то есть. Если что, наблюдателям на заметку, мы тут были в предыдущей серии, поэтому не останавливаемся на местной факторке, а приезжаем. И только потому, что здесь еще есть люди. О, кстати, а может быть собирают? Маринка еще стоит? Стоит, а вы посмотрели, нет? Да, стоит. Да-да-да. Вон этот стоит, а не из-за черепашек машина. Ну, субмаринка. Может, ее в зеленый цвет перекрасим? Мы... Черепашки. Ой, куда это меня понесло? Панцирь носим, как рубашки. Юные мутанты. Берем кого-нибудь на роль Эйприл, все, и поедем. Да вон у нас целых две Эйприл есть. Ну, вот кого-нибудь отберем, поедем. Вот и решили. Артур нас будет. Окей. Крыса. Я тебе сейчас дам бы это. Черепашек разводит. У меня есть своя крыса. Да, да, точно. Я помню, это так долго. Так мы на все посмотрели, да? Нет. Ты не смотрел? Я все-таки не сходил, да. Отстой. Все фильмы накрывают говном, а мне так понравился вообще. Кто накрывает? Это, что, по-моему, неполноценные личности. Пара человек накрывают. Как мы уважаем чужое мнение, да? Назвали сразу неполноценным. Я прочитал из рецензии только одну Антона Логинова, который написал. Да, он вообще странный человек в этом плане. То есть половина моментов в фильме ему шикарно понравилась, половина до ужаса не понравилась. Я вот... Маньяк ему понравился. Интересно. Да, маньяк ему. Ну, значит, у него дурной вкус. Нет, вкус у него отличный. Я не знаю вообще, читал когда какой-нибудь сраной комедии, типа там тот еще Карлсон. Очень понравилось. Типа такого фильма вообще никак. Ну все люди разные. Чего на чужие мнения ориентироваться? Самому нравится, ладно. Я вообще протащился. Карлсон, который с Галустяном новый? Но. Он тебе понравился или нет? Нет. Это же сблёв, по-моему. Это сказка. Это извращение, но вот сказка для детей. Вот смотри, вот сказку для детей, вот старого Карлсона, я могу сейчас смотреть, и мне будет интересно. Правильно. Этот сблёв дети смотрят и блюют фонтанами. Ты понимаешь, у текущих детей нравы другие. Ты им покажешь старого Карлсона и нового, они скажут, новый, естественно, лучше. Нет, нет, старый Карлсон, наоборот, кстати говоря, вот у меня есть такие дети. Ну, не у меня дети. Очень нравится. Ну не, большинство детей, вот которые именно дети еще и как бы особо не испорчены, они все старые мультики смотрят. Я думаю, мы своим детям тоже будем мультики советские показывать по-любому. Да. Правда, вместе со Шреками и Мадагаскарами, но. Я буду показывать своим детям маньяка с топором. Идите такие. Плюшевый топорик, да? На 2 года. Смотри, я убил брата, Да. О, как вас плохо слышно. Он едет. Я ничего не слышу. Че, мы проверяем или... Машину спрячьте, кто там. Я побежал. Я просто ничего не слышу. Я, короче, машину загоняю сейчас куда-нибудь. Я сейчас буду обыскивать гаражи. Ну давай. А я тут вот это здорово слева. Серега, это называется в поисках пропеллера. Пропеллер это рядом.
Или будущий Карлсон. Ну, скажем так, спрятал. Ну, это про другие идеи, но ладно. Спрятал. Заходи, ты дебил. Блин, у меня теперь... Так, ребята, я перезайду, у меня вас вообще нет. Лентл. А, я понял, что это за магазин, который рядом с красными домами. Да-да-да, я в домах. Да чё из меня кровь-то идёт? Мать-то твою, господи, что это за игра? Я ненавижу эту игру, всё, я её ненавижу теперь. Слышишь, Артур, я сейчас подбегу. О, Артур, отремонтируй! А, или двигатель у меня. Отремонтируй? А, двигатель у меня. Да, двигло у меня, вот оно чё. Давай ремонтируй. Двигло. Йоу. Я пока себе просто киллы набиваю. Скучно. Читер. А, водичка. Опа. Survivor Black Opa 160. Чё-то далековато ты. Километров. А, блин. Все, я иду в магазин. Давай, Джеки, беги к машине. Сейчас я магазин. Просмотрю, тут есть бинокль. Ты вроде говорил, что у тебя его нет. Артур? Да-да-да. Здесь есть Макар. Артур. Бро. Патроны прям при мне появляются. Это ты тут устроил? Ну. Ай-яй-яй. А убирать это кто будет? Ну, Джек Шепард придет похоронить всех потом за серией. Гонзагло? Чей этот магазин? Отлично. Я тебя поздравляю. Ну поехали, чё? Ну чей этот я не знаю с последним обновлением. Вообще, наверное, печальный. Так не, его не трогали. Ничего не трогали. Поехали, Артур. Я сижу, да. Ну вы знаете, где. А, мне кость сломали, пока я садился. Отлично. А это арма, сынок. Это арма. Кровь есть? Крови нет, просто сломано. Ну все, тогда посидишь пока. О, my leg. My god, my leg. Давайте ее отпилим. Ага, не надо вот так вы, пожалуйста. Мы сейчас к магазину подъедем, Джек. Давай, я в магазине сижу. Медицины свои. Нифига ты прыгаешь. А, ну это я же умею, этот. Это я могу. Зомби. И все в лагах, я не смогу его убить по-любому. Да это капец, у меня сейчас эпилепсия разовьется. Oh, my leg. Oh, my gosh. Oh, my god. Oh, my bug. Господи, боже мой. А господи, слышишь? А, дверь, да откройся. Собак. Я в таком экшоне. Вы такой экшон никогда не видели. А нам норм. С лагами. Ну а подожди, он походу не. Он в другом магазине, слышь. Я в магазине на верхушечке здесь дед. Офигеть. По координатам 58-122. Но координаты нам ничего не дадут. Ну у вас опыт. Что-то у меня по одному кадру. Да блин, давай на четвертый этаж. Я в четвертый. Ну сейчас, я так понимаю, направо на горочку или как? Я вообще не знаю, где он. У тебя GPS же есть, квадрат свой, скажи. Я вам сказал координаты. 58. Тут, короче, рядом фонтанчик нарисован и автобусная остановка, я между ними. Как-то так. Говори долготу сначала. То есть, вертикально. А, вертикально 122. 122. 58. А, вон они, все, я их вижу. Я в четырехэтажном. О, у меня тут все в этим пошло опять. Графическими артефактами графические. Так, а ну-ка, пит-стоп. Бинокль. Не выходи, Артур, у тебя болят ноги, я помню. А у меня болит рука. Мои ноги. Нет, это ноги сломали. Пес у нас. Беги! Беги от зомби! Беги. Я не могу починить наш энжин. Что такое? О, repair engine. У нас есть морфин вообще, нет? У Джека, у Джека есть. В грузовике, я в грузовик один положил. О май гад. Всё, теперь эта машина уже для убийства. Она вся зеленая и полная бензина. Отлично. Можно, знаешь, как в этом, как в фильме, там шипы на нее поставить. Ага. Короче, я буду ждать вас. О, нет, я не буду вас ждать в автобусной остановке, потому что здесь все в лагах рядом с ней. Насколько же арма все-таки кривая? Это же какой капец. Я таких кривых игр в жизни не видел. Ну,
Это все компенсируется размерами карты? Да. Стоп. Это много чем компенсируется. Есть игра, что-то там Медведь 2000. Ну, это уже совсем клиника. Мы рядом с магазиной. Мы рядом с магазином. Я вижу, вы бибикаете, да. И на какой горбатый место? Какой-то к нам бежит. Пацаны, не подбросите за пятачок. Садись, еба. Так. Гол. Да. Столб. Ну, пока столб, просто уедете отсюда, а там уже разберемся. Офигеть, ну как меня вот вообще поломали? Я просто залезал. Тебя поломали. А когда залез, уже там... Сначала тебя победили, а теперь тебя поломали. Кто там пьет? Да Магаров. Джек, нам нужно на поляну. Нам нужно жить. О, смотрите, смотрите! А, нет, это Легухан, господи, я думал, это выживший, прикинь. Какая сумка, я его давить хотел просто. Давайте в вышку не садимся. У меня аж голос прорезался. А если в вышку врезаться, она упадет? Нет, скорее упадешь ты. Какой психолог. Давай к этим палаткам. Да ну их к черту. Оружие. У меня есть чейз с двумя обоймами, что мне еще надо? Его нет. Ну, значит, у меня есть энд. Продать его за $50. И Mountain Dew. Мы на боку. Да капец, мы вообще, я не понимаю, какие им еще эти артефакты постоянно из березиной. Это какой-то кошмар просто. О, что, сюда еще зайти? Можно, кстати. Ёбой, нет. Стопой, стопой. I wanna eject. А тут лут еще не появился, что выходить-то? Появился. Ну я тогда, допустим, выберусь и попытаюсь себе там зомби прибежал. То, что должно быть именно вот в этом стиле. Твою мать! Я не могу смотреть на машину и в ту сторону. Так, я вылажу. Зачем? Вылезаю. Но я хочу починиться маленько. Ну, чинись. О, малек. Так. Гир. И чё, Джек, где у нас тут твой этот? А, вот он. С таким наездом жесточайшим. Типа, ну и чё ты тут? Какой наезд, Джек Шепард, тебе кажется? Отлично, моя нога починилась. Сама по себе. Так, вы всё? Да, Джек что-то сидит там, пытается родить, видимо. Почти, almost! Тогда ты поедешь в кузове. Прибавь быстрее. С новорожденным зомбёнком. Но тут так ничего и не лестница, да, я так понимаю? Ну, можешь подождать часика три. Окей. Встретимся через 3 часа. Значит, поляна, господа. А сейчас мы выезжаем и заканчиваем. Конечно. Я же сижу перед жопой. Прямо в дороге давайте закончим, потому что там уже времени. Да. До времени уже час. Ну, ровно. Ну давайте тогда, Артур, попрощайся. Ну, ты езжай пока, я моя про... Подведем итоги? Нет, у меня нога уже не болит, все, я починился. Просто, ну, чего мы добились в этой серии? Мы съездили в Черногорск. А стреляют, по нам стреляют. Не по нам. Да-да-да. По нам стреляют. По нам. Да-да-да. И слава причем. Да, с пулемета, по-моему, даже, да? Нет. Можем на калаш. Развернемся? Ты в кустах остановись, и мы выбежим. Отлично завершение серии, через час ползания тупо сдохнуть. Я вышел. Вышел. Я отгоню тачку в лес и приду. Ты куда побежал, Джек Шепард? А? Ты прям, то есть, по полю напрямик побежал убивать, что ли? А чё бы нет. Джек Шепард вообще оплаумел. Безумец. Откуда вышли, никто не видел? Откуда со стороны Березина? Нет, со стороны леска, по-моему, всё-таки было. Одна пуля точно попала именно в кабину. Такой звонкий чирк был. Я думаю, в Березиной никого нет. Вижу Survivor. Survivor Black UFA, а это Артур там. Вижу Survivor, блин. Не, так он там был на заводе еще, в хитбоксе. Он внутрь здания, походу, забежал, в котором мы только что сидели. Да не может быть этого. Туда зомби ушли. Это слишком тупо было бы. Джек Шепард, ты знаешь, что ты? А, вот сюда. Нам разделяться не стоит, я думаю. Да. Во, там Survivor есть. Где? Black UFA, да. Ну, по-моему, не его написали. Вот туда я на, блин, здание это двухэтажное навел, и там был Survivor. Хотя, там, может, где... заводское, в смысле?
Да-да-да, в котором я был. Понял тебя. На горке чисто. По-моему, стреляли маленько с направления Иста где-то. Вы посмотрите, какая большая полоса из Березина идет в космос. Да, хватит на эту фигню. Да, есть такая полоса. Радуга. У факторки я только вижу этих зомби там ходят. Ну туда прям зомби поклацал один. Но стреляли, вот смотри, вот ровно на Ист, смотри отсюда, вот где ты сидишь. Стреляли по нам оттуда. Оттуда, насколько да. Я понял. Ну, я просто как-то в экшоне. Мне показалось, что сзади и как бы слева. Я рашу завод. Через поле с леса пекут. Вижу. У нас просто этот... у меня наушники были тихо, поэтому я не слышал точно, откуда стреляли. Это из дешки того. Я слышал только пш-пш-пш. Что, ты сильно умереть хочешь? Что значит умереть? Может быть, в голосовой чат крикнуть, вы френдли? И во мне сомневаешься? Не, ну как так играть, я не понимаю. Нормально. У тебя совсем все плохо? Там все бело, да? Я вот прямо как раз туда смотрю, ну, где это он. Ну, это да, это и есть такое дело. У меня все белое, поэтому... Может, Джек Шепард в лес пойдем туда, и с леса зайдем с другой стороны на этот. А не может, надо, в машине дайте пойдем. Меня... Может, просто дадите мне отдышаться, и все будет ок. Пойдем как в машине. Я думаю, что Стрела сейчас свою самонадеянность просто убьет. Я думаю, он убьет. Я тоже думаю, убьет. Пойдем к машине. Хотя, что тут так... Лучше так бежать. А где машина-то? Ты ее дальше просто по дороге в кусты высадил или как? Или тут налево? Его уже убили. Где машина, Шустрел? Не знаю. Я сейчас буду выманивать этого Васю опять на себя, чтобы... Ты по дороге проехал на дорогу, по дороге основной? И в лес, да, и в лес. По проселочной или по основной? Основной. Помню, в прошлый раз все было почти так же, только Артур бежал. И был мертвым, а мы с Шустрела бежали. Примерно в такой же период. Да, мы ж тут и были, кстати, по-моему, да? Ну да. Я не мертвый был, я полумертвый был. Вот, но взяло и спрятало. Когда ты выпал уже из машины. А, ну да. Мы именно в том месте, мне сейчас кровь переливалась. Ага, вижу кепку, вижу его кепку, ребят. Давай. Работай. Прям логотип на кепке. Я люблю Нью-Йорк какой-нибудь там. Готов. После года. Молодец. Убил ослика. Возвращайся тогда, можно заканчивать. Нет? Артур, машинка слева. Рванул уже. Сейчас вне всякого закину. Придурок. Типа там две гранаты. Зато по машине пострелял. Да. Я стрелял по машине, пацаны. У меня аж горло пробило, блин. Тейкс. Да, уж стрел, кстати говоря, на самом деле. Заговорил наконец. Это все хрипел. Mm-hmm. Вы тачку нашли? Да. Ну, в следующий раз будет думать своей головой, я надеюсь. Мститель Шустрела вышел на улицы города. Угу. На улице Готэм Сити. Снайпер, классно ты нашел. Да, я молодец. Я могу. Че, ты где, Шустрел? Бегу к машине, вы нашли? Да, нашли. Классно. У тебя там подружка появилась, гонится за тобой. Да, но я от нее хочу урвать. Так, ну что, сразу машину выгоняем? Угу. Выгоняем. Садись, стоп, Джек. Сейчас я запрыгиваю. Кто за рулем? Я за рулем. Окей, поехали. Тихо, я один тут что-то вижу. Тут велосипед лежит. Велосипед! Так, вылезаем. Какой вылезаем? Да убьем этих зомби сейчас. Велосипед. Успокойся. Ладно. А почему его поднять нельзя? Мне плевать. Все? Джек на своей машинке. Давай на этом серию заканчивать уже. Что-то я уже уставать начинаю. Это. Серия такая безрезультативная. Ну там, Шустрел, конечно, побаловался, как он любит.
А так, в принципе, а что ты мне красный теперь стал показываться? Езжай сюда, Джек Шепард. Ты прикинь, да, в лесу, в самом углу под деревом найти велосипед в конце сезона. Ну, короче говоря, ладно, на этом закончим. А где вы? В пятницу продолжим, мы около машины. И попрощайся, Джек Шепард. Всем пока. Стрела. Удачи вам, пока. Да, удачи, пока.